Здравствуйте. Сегодня 6 апреля 2019 года. Мы на прошлой неделе раскрыли виноград. Вот эти два ряда раскрыли, замульчировали. Эти ряды высажены были некоторые 2 года назад, некоторые 1,5 года назад. Вот они, два ряда идут уже подвязанные. Агрошпалера, мульчия. И сегодня нам еще предстоит раскрыть вот этот виноград. Вот они, холмики. Вот один, второй, третий. Их здесь около 30 штук по двум рядам. Вот этот ряд и вот этот ряд вдоль забора. Будем сегодня этим заниматься. Они укрыты таким образом. Сначала саженцы маленькие получается. Сначала канистрой накрыты. Потом землей, холмиком. Холмик сантиметров 15-20. Так, мы раскрыли виноград вчера. Замульчировали уже. Вот он был под такими канистрами, под пластиковыми накрытый. И сверху земля была. Холмик земли. Вот, уже виноград замульчированный, раскрытый. А вот это вот в пакетах, это высажены тоже саженцы, которые были запасные. Или которые не поместились на этих рядах. Мы их высадили, они будут доращиваться в этом году. Ну а потом придумаем, что с ними делать. Вот так вот выглядит раскрытый виноградничек, замульчированный. Благодаря мульчии сейчас видно, где находятся кустики. Вот они, молоденькие кустики. Только посаженные прошлой осенью. Вот мы их раскрыли виноград. Это эти ряды, которые раскрыли на прошлой неделе. Да, заодно и облагородили клубнику. Проредили все лишнее сухое, убрали. Замульчировали песочком. Для того, чтобы потом чистенькая клубничка была. Вот так вот выглядит. Все, спасибо. Всем подписываемся на канал.